Приветствую любителей красивой поклевки и верной подсечки. Верную подсечку можно сделать при помощи острого крючка. Именно о них мы сегодня поговорим. А более конкретно о новых двойниках, которые выпустила наша компания в этом году. Это модельки очень интересные и очень полезные будут для многих любителей спиннинговой и не только рыбалки. Изготовлены эти крючки из немецкой стали W88, которые при правильной термообработке придают крючкам великолепное свойство. Что можно сказать об этих крючках? Их отличает разная длина цевья. Это удобно для рыболовов при оснащении различных видов оснасток и условий ловли. С коротким цевьем крючочки они предназначены для оснащения различных приманок и для ловли на живца. С более длинным цевьем, это как бы средний размер, да, прекрасно оснащаются всевозможные объемные приманки, поролоновые рыбки. Словом, все то, что нужно оснастить. Особенность еще этих крючков, у них очень хорошие пружинные свойства при разгибании цевья между собой. Они изготовлены из одного куска проволоки, они паяные, не сварные, то есть здесь все честно. И это позволяет быстро оснастить приманку. Ну и самые длинные крючки с самым длинным цевьем, это для оснащения очень крупных объемных приманок, как в зацепляющемся варианте, так и в незацепляющемся варианте. И также этими приманками можно прекрасно ловить на море, поскольку антикоррозионные свойства материала позволяют это сделать. В упаковках крючков находится по 10 штук. Они между собой скреплены проволочкой, что позволяет сохранить заточку при транспортировке. Размер крючков начинается с 8 и заканчивается 3.0.